Добрый день, подписчики и гости моего канала. Хотелось бы вам рассказать о своей покупке, о своем приобретении. Мы приобрели вот такой увлажнитель воздуха. У нас в доме мы топим дровами и очень сухой воздух. Решили приобрести вот такую покупочку. Но столкнулась я с такой проблемой. Значит, там указано, надо кипятить воду и уже в этот аппарат заливать кипяченую водичку. Посмотрите. Вот сюда, здесь, значит, откручивается и заливается. Посмотрите, какой налет. Вроде бы и кипяченая вода. И все равно образовывается налет. Когда вода отстоится, заливаешь, вода чистая. Сейчас я вам покажу, какая вода. Но при использовании, вот он выработал эту воду, и получается вот такой налет. Сейчас я вам покажу водичку, а потом сотру, покажу, что из себя представляет, значит, этот налет. Секундочку, сейчас я вам покажу. Посмотрите, чистая вода. Посмотрите. Вот, чистая водичка. Чистая вода. Чистая кружка. Но у нас, значит, получается. Вот, по краюшку, вот здесь я провожу. Вот здесь собирается. Вот здесь приходится вытирать по всему, значит, желобку. И здесь я вот откручиваю. Откручиваю. Сейчас, секундочку, неудобно одной рукой. Сейчас я хочу вам показать. Здесь я откручиваю и вытираю, затем протираю серединку. Сейчас я протру и включусь, покажу, как я заливаю воду, как я устанавливаю. Не уходите, побудьте секундочку, сейчас я вам все расскажу. Протерла я, значит, в этой части протерла, ну, как смогла влезть. Хорошо не дается, я боюсь, чтобы я не повредила аппарат. И протерла, значит, саму емкость. Протерла тоже, как смогла влезть, так и протерла. Сейчас буду заливать воду. Все, протерла я в середине. Сейчас будем заливать воду. В эту емкость влазит 1,5 литра воды. Все, закручиваем и устанавливается вот так наверх. Сейчас я включу в розетку и вам покажу дальше.
Все, получается, я включила в розетку, и теперь можно от руки, значит, включать, можно пультом. Здесь, значит, три функции. Можно ставить на тройку, значит, будет, посмотрите, как идет пар. Но это очень сильно. Мы ставим на единичку. Единички вполне хватает. Значит, мы выставляем на единичку. Если заканчивается вода, он отключается сам по себе. Загорается, значит, красный диод. И сколько там, минуты, секунды две он попикает и отключается. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Что хотелось еще сказать. В этом аппарате, когда откручивается колбочка, вы там видели, в середине колбочки есть маленькие гранулы, которые ионизируют воздух. Есть функция, которая может отключить, чтобы воздух шел без ионизации. Также функция есть и на пульту. Что я хочу сказать? За то время, пока у нас находится этот аппарат, во-первых, нам приписали в детской консультации ребенку. Во-первых, лучше дышится. Во-вторых, отхаркивающее средство неплохое. Вот он у нас включен и днем, и ночью. Так что вот такая конструкция. Здесь также выставляется таймером. Показывает, сейчас у нас 39. Влажность 39-40 показывает. Доходит до 60. И сам по себе он отключается. Значит, набирается нужная влажность и отключается. Также точно, если там есть вода, что не надо подливать, он сам считывает информацию и включается, когда нужно повысить влажность. Вот что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Это я добавила. Это на троечку. Вот так сильно он пускает пар. Вот так. Вообще сильно. Ставлю на единичку назад. Спасибо за внимание еще раз. До новых встреч.